украшаю царевны. Принц Васко. Так что волшебной династии Лесоводья уже 5000 лет. А сейчас всеми правит мой отец, Дубрав 252-й. Очень познавательный доклад, Василиса Дубравовна. Спасибо, на этом наш урок подошел к концу. А наша семья с рыбаков начиналась. Мой прапрапрадед даже кита как-то раз поймал. Но они сразу подружились, и он его отпустил. А в Мудроземье всех цариц и царей называют мудрыми. У нас даже трон в библиотеке стоит. А вот кое о ком мы до сих пор ничегошеньки не знаем. А о ком? Да ладно, Васко, расскажи о своей семье. У вас большой замок? Башенок много? Я не могу сказать, это тайна. А? Ну и почему ты не рассказал царевнам про свою семью? На вас что, заклятие? Потому и не рассказал, что они царевны. И чего тут такого, не понимаю. Конечно, не понимаешь, ты ведь тоже из царской семьи. У вас и замок свой есть, и драконы ездовые. А я все детство в огороде сорняки полол. Станут со мной царевны разговаривать, если такое узнают? Васко, мы все знаем. Знаете? Откуда? Отсюда! Волшебному вестнику стало известно, что знаменитый король из древнейшего рода тайно отправил любимого внука в лучшую волшебную школу. Везучий мальчик. Этот мальчик – настоящий талант. Он научился левитировать до того, как стал ходить, и сразу улетел за мороженым. Приятель ваш? Да хватит притворяться! Мы сразу поняли, что это ты! Я? Ну да. Конечно. Ваша взяла. Отгадали. Это я. В честь принца из древнего рода, то есть тебя, вечером приглашаем всех на царский пикник. Ух ты, пикник! Там-то ты и покажешь нам свои удивительные способности в левитации. Вдруг мы еще каких-то приемов не знаем. Запросто! А левитация – это что-то львиное, да? Как ты мог согласиться, если даже не знаешь, что такое левитация? Ну, это мой единственный шанс хоть как-то сойти за принца, чтобы быть наравне с царевнами. Ну что ж, раз для тебя это так важно, долг чести велит мне помочь другу. Круто! Только уж если ты решил стать принцем, круто, лучше не говорить. Повторяй за мной. Легким сделаюсь, как пух, полечу, как птица рух. Леви лев, леви прав, леви голову задрав. Ой! Теперь твоя очередь. Налево. Марш. Хорошо, теперь направо. Отличная крапива получается. Дрессированная. Скоро она везде расти будет. Ой! А то развели тут свои клумбы с цветочками. Ничего в красоте не понимают. Легким сделаюсь, лопух. Ой, то есть как пух. Полечу, как птица. Ой. Леви-лев, леви-волк, поскорее был бы толк. Нет, это невозможно. Битый час здесь скачу, и все без толку. Двойной болотный отвар. Теперь вас никакое волшебство не возьмет. Мое зелье! Я же еще щепотку свирепости не добавила! Мне никогда этого не выучить. Там топнуть, тут хлопнуть. Ерунда какая-то. Как жаль. Только, пожалуйста, держи свое волшебство в руках, да и в ногах тоже. Мое волшебство! Я и забыл про него! Ливан, ты настоящий друг! Точнее, гений! Ну как? Круто! В смысле, великолепно. Внимание, внимание! Впервые в Дивногорье принц Васко демонстрирует свою знаменитую левитацию. Так вот, кто мне колдовать мешает. Ну вы у меня долетаетесь. Крапива, слушай мою команду. Прогнать всех с полянки и захватить клумбу школы. Дивногорье будет нашим. Вперед! Спасибо, друзья. Это еще что такое? Крапивка-то моя, противоволшебная. В
вперед! Прячьтесь за мной! На эту крапиву никакое волшебство не действует. А тут никакого волшебства и не нужно. Сейчас покажу. Это какая-то старинная техника волшебных воинов? Ага, прополка называется. Куда вы бежите? Во дворе у меня крапивы и так хватает назад! Ну, прям как дома на ферме. Здорово, ты даешь. Слушайте, никакой я не принц из древнего рода. Я просто Васка, потомственный фермер, в смысле. А я рада, что ты это ты, а не какой-нибудь хвостун из дворца. Я бы не променял тебя даже на 1000 принцев. Круто. Оказывается, быть таким, какой ты есть, не так уж плохо. Настоящий талант. Девочки, завтра в нашей школе состоится конкурс волшебных талантов. Уверен, что кто-то из вас сможет побороться за главный приз. Ура! Девочки, здорово! Интересно, а где будет проходить финал конкурса? Где бы он ни проходил, я пришлю тебе открытку. Вы бы сначала победили, а потом планы строили. На время соревнования мы соперницы. Так что если кто-то забудет заклинание, я подсказывать не стану. Ой, да нужны мне твои подсказки. Девочки, а мне сегодня ночью песня приснилась. Может быть, вместе споем? Ах, каждый сам за себя. Уникальный акробатический талант. Спешите видеть только сегодня. Номер с мечами. А я на конкурсе блесну эрудицией. Отвечу на любой вопрос из волшебной энциклопедии. Ну что же, начнем обучение. А я удивлю всех своим нарядом. Ну-ка, волшебные иголочки, за работу. Отражение. Раз, два, три. Я снаружи, вы внутри. Ура! Получилось! Будем петь песню! Про главный талант Дивногорья? После моего подарка в школе ни одно заклинание работать не будет. Тогда-то и появится гость программы. Яга на метле. Прекрасная музыка. Это Аленка занимается. А это еще что? Плачет кто-то? Может, сова в трубе застряла? Да нет, это она инструменты настраивает. Не удивляйтесь, профессор. Репетиция. Все, хватит! Хватит! Не согласны с автором? Скорее, еще не нашла с книгой общий язык. Мы так не договаривались. Не переживайте, профессор. Работа кипит. А ну стой! Стой! Кому говорю? Спасите! Помогите! Варя, держись! Помогите! Что случилось? Девочки, что-то происходит. У меня с заклинаниями вообще ужас. У меня тоже. И у меня... На самом деле, мы все не справляемся. А кто сказал? Каждый сам за себя. Мы все сказали. Да, и волшебство не работает. И что же делать? От меня даже корона убежала. Корона, вернись на место! Держи, Василиса. Девочки, я придумала! Будем выступать без волшебства. Просто поможем друг другу.
с мечами. Какого цвета шапочка у красной шапочки? Все, надоело. Мой выход. Вопрос с подвохом. С тех пор, как в моду вошел синий цвет, девочка, известная как красная шапочка, носит синюю шапочку. Что, не ждали? Самый крутой номер Дивногорья. Метелка? Ты что, метелка? Метелка? Иго-го! Что это было? Это был юмористический номер с лошадкой. Девочки, продолжайте. Спасибо, девочки. Эх, я же сама выключила все волшебство в школе. А ты подсказать не могла. Читаешь о других берегах, я читаю о драконах и царевнах. Может, разные, но вместе всегда. Мы построим этот замок хрустальный. В руке твоей моя рука. Я знаю, будет лето круглый. Чтобы на таком конкурсе выступали без волшебства. Нам друг без друга просто нельзя. Вы покорили нас самым главным талантом – быть дружными. Поэтому на финал отправляются все царевны. Ура! Вечная тьма. Уже лучше. На этот раз куда больше похоже на Кощея. Ну, по сравнению с теми. Ой, извини. Вам обеим нужно еще потренироваться. А вот я готова. Ай, Варя, ты мне все испортила. Тебе хотя бы есть что показать. А я ничегошеньки не могу придумать. Может, заставишь Кощея храпеть, когда он спит? Или мгновенно усыпишь кота? Этим я вряд ли кого-то удивлю. Соня, но сегодня вечером, и не нужно никого удивлять. Надо просто устроить учителям веселое представление. Пойду в библиотеку. Может, там найду подходящее заклинание. Стой! Куда ты? А ну-ка! Кощей Кощеич, может быть, вам помочь? Нет, я книги заклинаний чищу, а они пытаются удрать. А ну, вернись! А? Кощеева личная тетрадь для заклинаний. Заклинание временной тьмы средь бела дня. То, что нужно. Здравствуй, тьма. Свет, прощай. Здравствуй, тьма. Свет, прощай. День, уходи. Ночь, наступай. Соня! Соня! А вот и Соня. Сколько сейчас времени? Я что, проспала представление? Соня, сейчас день! Ничего не понимаю. Солнце будто потушили, как свечу. Это же я натворила. Я изучала заклинание из вашей тетради. Извините, господин директор. А потом я уснула,
и прочитала его во сне. Соня, какое заклинание? Заклинание временной тьмы средь бела дня. Что же ты наделала? Произнеся заклинание во сне, ты усилила его мощь, и вместо временной тьмы наступила вечная тьма. То есть теперь темно будет всегда? Господин директор, неужели ничего нельзя поделать? Можно, если мы поторопимся. Мы должны отменить заклинание до того, как наступит настоящая ночь. Иначе день никогда не вернется. У нас меньше часа. Давайте разыщем правильное заклинание. А потом нам понадобится вся наша волшебная сила, чтобы сотворить его. Мы все должны объединиться, чтобы вернуть день. Если нам понадобится вся волшебная сила, то нам нужна... Баба-Яга! Идем! Заклинание для отмены вечной тьмы было в красной книге. Или коричневой. Неважно, ищем. Думаете, Яга согласится нам помочь? Не-а. Добровольно она ни за что не согласится. Вы же ее знаете. А заставить ее мы не сможем. Может, как-то хитростью? Ку-ку! А я тут. Гляжу, вы тут наслали тьму средь бела дня. Хе-хе, молодцы. Я бы сама так ни за что не смогла. Нам нужна ваша помощь. Кощей сказал, чтобы отменить заклинание, нам понадобится вся наша волшебная сила. Иначе день никогда не наступит. Никогда, говоришь? Это плохо. Еще как! Во мне из чего будет варить зелье? И травы не растут в темноте. И избушка ваша в спячку впадет. Куры ведь спят, когда нет солнца. Нужно отменить заклинание до того, как наступит настоящая ночь. Идемте! Вы чего? А мне нравится темнота. Мне от нее сплошные плюсы. Напакостишь вот, и так легко будет убежать и спрятаться. Увидимся! Ой, пусти! Попытка хорошая, но неудачная. Свобода! Ой, это же значит, что с Бабой-Ягой что-то случилось. Баба-Яга, с вами все в порядке? В темноте-то деревьев не видать. Ну что, может, все-таки вернем день? Господин директор, у нас почти не осталось времени. Сам вижу. Но где же наши царевны? Мы здесь! Баба-Яга, зачем ты пришла? Меня заставили. Ты только посмотри, что эти гадкие девчонки сделали с бедной старушкой. Ну, и где заклинание? Фу, гадость слащавая. Сейчас слипнусь. Все, больше не могу. Простите, что я все это устроила. Я слишком серьезно отнеслась к нашему представлению. Да уж, серьезней некуда. Иногда в колдовстве самое важное, как следует повеселиться, а вовсе не удивить зрителей. Ты не могла подождать, пока мы выступим. Хотя вообще-то это довольно смешно. Секрет. Хоп! Мастерство растет. А зеленый цвет мне как? Тебе лучше нежные оттенки. Голубой, молочный. Они тоже популярны. И тебе пойдут больше. Я же просила. Невозможно сосредоточиться. Что же нам теперь, шептаться, что ли? Да ладно тебе, Дашка. Мы тут и так стараемся, на цыпочках ходим. Девочки, я такой смешной сон видела. Перестаньте. Пожалуйста. Это я, что ли? Я, оказывается, вот такое умею. Ура! Ой, сейчас. Оживитесь.
замрите! Двигайтесь! Очнитесь! Что же делать? А, нужно бежать за помощью! Здрасте! Даша, ты куда так спешишь? К учителям! Ой, Марлен, как хорошо, что вы уже вернулись! Что случилось, Даша? По-моему, ты очень взволнована. Понимаете, все дело в новой способности. У меня открылась новая способность. Так это же очень хорошо. Покажешь? Да, но не все так просто. Они же шумели. Туда-сюда, туда-сюда. Я просто сказала. А они раз, и как обратно, не знаю. Подожди, подожди. Ничегошеньки не поняла. Где, что туда-сюда? Вот. Если б я знала, я бы как-то поудобнее. И как их назад теперь? Раз получилось в одну сторону, должно получиться и в обратную. Пойдем-ка, я хочу тебе кое-что рассказать. Оставить их в таком виде? С девочками ничего страшного не произойдет. А вот тебе надо успокоиться. Девчонки, потерпите немножко. Я скоро вернусь. Профессор, вам не кажется такая тишина несколько странной? Ну а что? Девочки занимаются. Хотя, согласен, немного необычно. А? Чуть ее вас не подвело, господин директор. Да нет же, это просто шутка. Это не шутка, профессор. Так, а где Даша? Девочки, где Даша? Дашу надо найти. Ей может угрожать опасность. Господин директор, но нужно же освободить девочек. Мы не можем вмешиваться в волшебство, природу которого пока не понимаем. За мной, профессор. Девочки, мы скоро. Ты отличница. Ты занимаешься, трудишься. С другой стороны, данное тебе от рождения волшебство пока не проявляется, и ты нервничаешь. Заметно, да? Не переживай. Через это многие проходят. Хочу сказать, что тебе повезло. Неожиданный стресс активировал твою способность. Ничего себе, активация. И что же, я могу использовать свой дар только при стрессе? Нет, стресс просто помог ему проявиться. Теперь твоя задача – научиться управлять волшебством. Господин директор, другого варианта нет. Вы думаете? Конечно, это Баба-Яга. Она заколдовала девочек и похитила Дашу. Бежим скорее. Я, как и ты, училась в школе для волшебников и тоже долго не понимала, какой у меня дар. Но вот как-то раз, гуляя, я наткнулась на целый клубок змей. Ой, боюсь змей. Вот и я ужасно испугалась. И от этого взлетела в воздух. Вот так я впервые научилась летать. Господин директор, вот они. Это же Марлен, профессор. Эта яга превратилась в Марлен, а наша Марлен еще в отпуске. Но как вам удалось спуститься? Сначала не получалось. Долго болталась в воздухе. Потом взяла себя в руки, успокоилась, и все вышло. В этом и есть весь секрет. Хватайте, профессор! Попалась! Профессор, что с вами? Не уйдешь! Даша, с тобой все хорошо? Господин директор, что с профессором? Строит из себя! Наш преподавательский состав! Профессор, я отрежу ей путь к отступлению! Что вы делаете? Перестаньте! Да что ж такое? Сплошная активация. Марлен сказала, нужно успокоиться. Разблокируйтесь! Нет, глупо. Перестаньте! Что? Вот так просто? То же самое сказать? Дашенька, ты справилась. Спасибо вам большое. Я побежала к девочкам. Позвольте, профессор. Но вы же сказали, что Марлен в отпуске. Да? Марлен, вы же в отпуске. Я так соскучилась по школе, что решила вернуться пораньше. Мы приносим вам свои извинения. Мы приняли вас за Бабу-Ягу. Неужели я похожа на Бабу-Ягу? Нет, что вы. Вот и я. Перестаньте. Девочки, вы помните, что с вами было? Все помним. Ты нас замерла. Ой, как сказать-то? Занешевелила. Застолбила. Закаменила. Я очень боялась, что вы обидитесь. Да что ты? Мы тобой гордимся. Ты у нас крутая. Крутая у нас Марлен. Знаете, она как по перилам вверх. Вжих! Как школьница. Даша. Ой.
Да ладно, что вы стесняетесь? Нам покажете, как вы это? Жих! Ну, если хотите. Хотим! Но только чур, это будет нашим секретом. Недостающий элемент. Интересно, куда это он? Спасибо, Арчи. Ну, будем надеяться, что на этот раз это и есть недостающий элемент. Простите, было открыто. Как интересно. А что вы тут делаете? Сейчас увидишь. Чтобы укрепить авторитет, ищу уживительный рецепт. Вы же все тут волшебники, а я только супы и салаты делаю. Вот, оживлю розу и стану волшебницей. Ого, а почему именно оживление? Может, попробуете волшебство попроще? Ради цветов я готова на любые сложности. Опять не получилось? Неужели только кухня мое дело? Она захочет помочь сове, как думаешь? Не знаю. Улыбка кладовой. Здравствуйте. И где она? Слушай, я вообще-то не понимаю. Ну оживим мы для нее розу, и что? Сова же обрадуется. Она подумает, что ей удалось хотя бы один раз побыть волшебницей. Девочки, здравствуйте. Ой, вы здесь, как здорово. Здесь, куда же я денусь? Просто вздремнула немного. Ну, рассказывайте, зачем пожаловали? Мяу-мяу, мяу-мяу-мяу, мяу-мяу, мяу-мяу. Ну что ж, я, пожалуй, смогу вам помочь. Не нам, сове. Хорошо, хорошо, я поняла. Кто из вас будет волшебницей? Я, можно? Можно. Алена, когда ты посмотришь на что-нибудь и улыбнешься, то этот предмет оживет. Но запомни, моя улыбка действует только один раз. Ой, зажмурься быстрее, чтобы случайную улыбку не истратить. Спасибо вам большое. Мяу! Аленка, что ты наделала? Да перестань ты уже притворяться. Я по-настоящему не улыбалась, честно. Я только хмыкнула. Смешно же. Мяу. Смешно? А что же теперь делать? Ой, нужно как-то помочь профессору. Профессор, остановитесь! Это не я, это кресло! Спрыгивайте! Профессор, гоните его на меня! Вот так. Как вы его? Настоящий укротитель стульев. Спасибо. И что же с ним случилось? Профессор, у вас есть версия? У нас есть версия. Это сова научилась и оживила кресло. Она еще не такое умеет. Она даже засохшую розу оживить может. Сова? Да. Я хотел бы посмотреть на это. Пойдемте, профессор. И зачем ты все это сказала? Я хотела, чтобы они думали, что сова волшебница. Ну почему же ничего не получается? Ничего не получается! О, как хорошо, что мы вас тут встретили. Мы слышали, что понимаете, вы... Мы другое имели в виду. Дело в том, что... Девочки, подождите, пожалуйста. Приятный сюрприз, что в школе обнаружилась еще одна волшебница. Просим вас, покажите, пожалуйста, как вы оживляете цветы. Что вы? Я просто скромный школьный повар.
Жаль, жаль. С оживлением Розы было бы здорово. Для такой должности то, что нужно. Но вот что интересно. С креслом ведь у нее получилось. А я подозреваю, что это проделки девочек. Нет, профессор. Оживление предметов – это программа 4-го года обучения. Бесспорно, именно сова пробовала свои способности. Не припомню там никакой совы. В такой суматохе вы могли ее и не заметить. А сова... Сова просто смущается. Это элементарное смущение новичка. Мы должны поговорить с ней еще раз. Простите нас, пожалуйста. Мы не думали, что так выйдет. Я никуда не гожусь совсем. Слеза? Недостающий элемент? Я же говорил. Ну что же вы скромничали? Браво, браво. Ну что вы? Мы тут подумали. Не согласились бы вы возглавить волшебную оранжерею? Ух ты! Здорово! Оранжерея! Ура! А кресло все-таки больше не оживляйте. Туманный лабиринт. Как же это все выучить? Сонь, хватит экспериментов. Садись за учебники, так вернее будет. Девочки, у меня получилось. Я смогла увидеть вещий сон. Ух ты! А задание завтрашней контрольной можешь узнать? Не только задание, но и все ответы. Мне приснилось, что мы нашли древо знаний. Ну и при чем тут вещий сон? Древо знаний растет у нас в холле. В нем заключена вся мудрость мира. В любом учебнике это написано. А секретное заклинание для его активации, а? Только одно слово не расслышала. Рано разбудили. Ну что, придумали, что будем спрашивать? Древо знаний, распустись. Храм науки, отворись. Мудрость мира... Появись. Кажется, защита деактивирована. Значит, и правда сон был вещим. Незаконная активация древа знаний. Незаконная активация древа знаний. Неужели я забыл поставить защиту? Профессор, как это могло произойти? Я только полил его утром. Заклинание никто не мог узнать. Я хранил его в строжайшей тайне. Это я во всем виновата. Я заклинание во сне увидела. Знак хранителя. За несанкционированную активацию волшебного артефакта ответственному за сохранность древа знаний профессору Катуба Юну запретить... волшебную деятельность. Мишка, мы с тобой все исправим. Вот найдем этого хранителя и все ему расскажем. Зачем же так хлопать дверью? Не шуми, пожалуйста. И без тебя бессонница одолевает. Ой, извините, вы не знаете, где найти хранителя? Если тебе нужен хранитель... то лучше иди домой. Не добраться тебе до хранителя. Он живет в лабиринте. И там очень страшно. Спасибо. Ну смотри, я тебя предупредил. И ничего не страшно. Совсем. И мы ни капельки не боимся. Правда? Yeah.
профессор. Ведь это еще не значит, что вы должны уехать. Можно же и без волшебства прожить. Милая Марлен, таковы правила. В Дивногорье могут жить только волшебники. Я пойду к хранителю и все ему объясню. Почему вы должны отвечать за детские проказы? Стойте! Не нужно. Коллеги, я действительно виноват. Недооценил способности наших учениц. Буду отвечать по всем правилам волшебного мира. Вот тебе! Вот! Не смейте меня пугать! Я все равно вас не боюсь! Мишка, а давай на них сон напустим? Как думаешь, у меня получится? Ну что, туманные чудища, добро пожаловать в мой сон! Или испугались? Настоящая волшебница может все. А теперь, хранитель, приди ко мне. Пожалуйста. Кажется, я уснул. Да, я сплю. Первый раз за 100 лет я сплю. Ого, как тут любопытно в твоем сне, спящая царевна. Вы? А где хранитель? Я и есть хранитель. Не стал сразу говорить. Хотел проверить твой волшебный дар в деле. А ты молодец. Мою бессонницу победила. Я только туманных зверей победила, а бессонницу не видела. Да эти самые звери и есть моя бессонница. Замучили. Никакой на них управы. Так по сну соскучился, что даже во сне спать хочу. Подождите, не засыпайте. Мне нужно кое о чем вас попросить. Прощайте. До свидания, профессор. До свидания. Нам будет вас не хватать. Апелляция рассмотрена. Кот Баюн может продолжить волшебную практику. Хранитель древа знаний. Ура! Здорово! Кощей Кощеич, вы... Спасибо! Но я же ничего не сделал. Профессор, мы так рады! Соня, профессор никуда не уезжает! Правда? У нас получилось! Спасибо! Первый урок. Сколько тетрадей взять? 10 хватит? А учебники выдадут? Или надо было с собой привезти? Девочки, а чье это платье? Можно поносить? Здесь школа или салон красоты? Для кого школа, а для кого футбольное поле? Эй! Ой! Это не я, этот мяч сам взбесился. Задание довольно сложное. Не уверен, что царевны с ним справятся. Но только так нам удастся проверить их способности. Любопытное задание. Что-то не могу понять. Если проявить смекалку, точнее, задатки исследователя... Как? Сломать реквизит? Ну, я бы сказал, посмотреть, как он устроен. И создать из этого что-то принципиально новое. Ну как? Вы совсем не разбираетесь в девочках. Они не могут ничего сломать. Они вообще по-другому думают. А по-моему, отличное задание.
Что ж, нам пора. Куда же я положил свою любимую бабочку в горошек? О, слышите? Звенит звонок. Начинается урок. Уже пора вставать. Безобразие, куда она подевалась? Там ее тоже нет. Прозвенел уже звонок. Начинается первое О, последнее К. Четыре буквы. Урок. Послушайте, мы не можем опаздывать. Девочки наверняка уже ждут нас. Да, опаздывать некрасиво. Может быть, пока вот так? Ладно, сойдет. Пошли. Что? Где они? Девочки. Ой, здрасте. Вы опоздали, а точность вежливость не только королей, но и царевин тоже. Мы же на чуточку. Угу. Простите нас на первый раз. Займите, пожалуйста, свои места. Чур я у окна. Приступайте, профессор. Милые барышни, наш урок мы посвятим трансформации. Мы будем делать мультики? Нет, вам нужно превратить лису в лося. Желаем удачи. Хватит хулиганить. Верни бабочку. Ну что же с этим делать? Девочки, мы уже все варианты испробовали. Дурацкое задание. Его вообще невозможно выполнить. Идея. Ого, а так можно было? Лосел. А как из буквы L мягкий знак сделать? Ах, как жаль, что наш урок кончается. Время не ждет, даже если не получается. Даша, быстрее. Ума не приложу, что еще с ними можно сделать. Мы сделали это. Ну-с, вы выполнили задание? И ничего сложного. А ты говоришь, мы в девочках не разбираемся. Итак, профессор, как вы оцениваете способности наших учениц? Кажется, они мыслят нестандартно. Это нам подходит. Из них могут получиться настоящие волшебницы. Следует признать, коллеги, у них блестящие данные. Талант. Дорогие царевны, вы справились. Поздравляю. Господин директор, ваша бабочка. Надо же, в классе забыл. Юные волшебницы. А, вот они. Едут. Кощей Кощеич, пока у нас есть время, я могу их представить. Царевна Несмеяна Дарья. Царевна Елена Прекрасная.
Василиса, царевна лягушка. Варвара коса, длинная коса, тоже царевна. И Соня, спящая царевна. И зачем я согласился? Ну, вы готовы? Почти. Приветственное слово директора, сценарий линейки, буклеты, визитки, сертификаты, грамоты. Профессор, такой момент, а вы? Да успеем, успеем. Подумаешь, ученики приезжают. Не ученики, а ученицы. Царские дочки, девочки. Это же совсем другое. Вот именно что другое. Девочки болтливы, капризны, излишне любопытны и неорганизованы. Ну какой из девочки волшебник? А вдруг редчайший талант? В конце концов, мы же решили. До первого замечания. Решили так решили. Скрип и грохот колесницы. Едут наши ученицы. Ну что, мы пошли? Да, идите. Встречайте юных волшебниц. Вау! Какая чудесная школа! Сударыня царевна, от лица администрации Дивногорья разрешите... Кошечка какая милая! Это ваш классный руководитель, профессор Кот Баюн. Ой... Проходите, прошу. Нам что, опять самим чемоданы тащить? Не царское это дело. Здесь все приходится делать самим. Но на первый раз. Проходите, устраивайтесь. Стойте! Нас же пятеро было! Вы слышите? Кто-нибудь знает, что это? Ты что, совсем? Ты зачем нас пугаешь? Это музыкальная шкатулка. Судя по виду, ей лет 200. Где ты ее взяла? Там? Там еще столько интересного. Сами гляньте. Может, что-то вкусненькое найдется. Ну, вы их уже видели? Скромные такие, дружелюбные. Я считаю, все идет отлично. О, фрукты! Ай, девочки, что это? Что-то не так. У меня недоброе предчувствие. Кажется, кто-то проник в ваш кабинет, господин директор. Помогите, там деревья хулиганят. Ух ты! Кто разрешил? Как съесть уникальный волшебный визуализатор? Это не я. Это вот... оно само откусилось. И кто вас вообще сюда впустил? Господин охранник, мы вошли без спускания. Если директор вас будет ругать, так ему и скажете. Девочки, это и есть наш директор школы? Кощей Бессмертный. Упс, директор. Ух ты, Бессмертный. А если вы грибов ядовитых съедите, ничего не будет? Или муха ЦЦ укусит? А у бессмертных бывает бессонница. А если вы попадете? Стоп, с меня хватит. Я знал, ничего не выйдет. К тому же мы договаривались, что до первого замечания. Дорогие царевны, вы получаете замечание. Отправить их обратно. Сейчас сообщу родителям. Очень жаль. Позвольте. Подумаешь, визуализатор. Хм.
симпатичнее. А вот и звездное окружение. Обморозительно. Так что сказать родителям? Не ожидал. Возможно, я ошибался насчет девочек. Да-да, был неправ. Поздравляю, вы приняты в нашу школу. Ура! Привет, мы царевны. Подписывайся на наш канал.